В русском доме по уходу проживают 300 человек, и примерно 90% из них нуждаются во вспомогательных средствах для передвижения. Конечно, раньше тоже был автобус, но качество прежнего транспортного средства и только что подаренного – просто небо и земля. На старом автобусе не было специального подъемника для инвалидных колясок. Людям с трудностями в передвижении было непросто пользоваться таким транспортом. А теперь можно не просто отправиться на визит к врачу, можно передвигаться по городу, посещать театры и музеи. Этот специальный автобус дорогой, но это благодаря Таллинское социальное отделение помогало нам, так что это благодаря Таллину. Спасибо им. Теперь в автобусе вместе с водителем помещаются 9 человек. И вместо дополнительных усилий работников по уходу, как это было раньше, жители дома Иру могут спокойно и удобно размещаться в автобусе. Раньше даже молодым людям без каких-либо ограничений забираться в такой автобус было трудно. Все сиденья, которые у нас внутри, можно фиксировать, можно передвигать. Человек может разместиться так, как ему удобно, и автобус можно лучше использовать. Покупка этого автобуса означает для нас переход на новый уровень. Если посмотреть, какие повседневные услуги жители могли здесь получать, то раньше их доставляли к врачу, в поликлинику или в официальные места для оформления документов. А вот теперь возможности для разнообразных сторон их жизни намного выросли. Так что теперь можно не сидеть в четырех стенах, а побывать в том мире, что за пределами дома по уходу. Летом погулять у моря или в лесу. Столичная мэрия также сделала еще один небольшой подарок – книги для маленькой библиотеки дома Иру. А от персонала и жильцов таллинскому правительству тоже поступили небольшие подарочки. Ведь в рождественское время не только приятно получать подарки, но и делать их. Лена Туровская, Виталий Савинский. Новости Таллина.